Так. А у вас вообще есть там на осколке очередь, там еще что-нибудь, как квест по ШМ? Так, замена раз, замена два, ты Виталик. Давайте, летите, смойтесь с первой по пятую группу. Так, пока здесь будет. Да. То что, я в хиле? То, нет, ты в ретрике. Просто тебя в пятой пачке. Так, 4 хила. Это Холли Бейбелач, Дан, Маша, Дори, танк. Войт, я танкую. А пожирнее нету танка? Ну, 244 там в танке. Поспрашивай. А мне чё, мне кое-что? А ДК чё? Давай ДК лучше будет. Ты и паладин, и ДК. А вот пускай лучше в фурике. Такс, давайте на сумон. Там сейчас посмотрим. Сейчас глянем там. Мы учте уже. Если что, Диму отправлю на танк. У микстурка просто он лучше протанчит. Ну как бы и хелла. Да, Дима КДМ. Хилам просто будет. У нас пока что на замене два человека. Так, это Виталька и Твинси. Принскрин сделал. Виталия, Твинси, если хотите там пофармить и тому подобное, потому что у меня будет мастер лут. Какого? Можете ливать спать. Ну, соответственно, если не отзоветесь, когда нужны будете, или по окончанию рейда, когда будет РО, вас не будет в онлайн. Или вы будете АФКшить и тому подобное, ребят. И Пенни начислю. А чё ты тут пор, Дима, есть? В среднем. Как бы рейд какой, 250 плюс или больше? Да хрен его знает. Сейчас посмотрим. Где-то так. На, пойду я суп вырублю. Ну тыкайте, кто там, чё, никого нет больше? Да я рядом с тобой стою. Клык заходит. Просто ДК, мне кажется, 239 слабо. Во второй пати. Клык бы потанчил, но видишь, не успел бы. Кого сумон плюс чёт? Давайте там рассумонивать. И Реал с микстуркой засумонить. Ну чё, у нас же есть потки, да, там? Чё, в смысле, три поты? Да. Есть. А то у меня голда кончилась. Этот как его? И ретрики. Реги на диван закупили. Надеюсь. Так, что-то еще надо оставить. О! Что-то прохладно, блин. Че, можно отойти перекурить, пока там осмотр, тому подобное. Засумоньте Рэла для начала. Угу. Сумоньте всех остальных, кто не присумонен этот. Плюс чат. Все, кто присумонен, может идти на перекур пока что. Да, засумоним.
кстати, давно хотел спросить, это бессмысленная тема с переключением печати у ретро-паладина? Какая? В смысле? Ну, типа, что набивать стаки порчей и потом переключаться на праведность или повиновение. Раз, два. На вальках на личе можно переключать. Не можно, даже нужно. Два. Кроме валик и... когда, ну, когда их три, конечно. 25-ки. Кроме валик, не припомню, чтобы... Ну, вот, допустим, на вальке, когда захиливают на трэше, можно включать. Поехала. Чё это? Ну, посмотри свой шмот, где у тебя не зачарено? Ещё один. Еще один. Сколько раз повторять? А что, зачем ГП дается? За то, что нету чарок и сокетов. Да потому что чарок нету, потому что это такой шмот еще, который вот переходит. Можно ЛК чарку кинуть, правильно ж? Ребят, ну она апнет тоже немножко, но апнет же, правильно? Я сейчас воду за чары сделаю. Блин. Я в синьки камни вставляю себе ханто. В зеленку. Чарю. Просто чтобы на ДПС поднимать. Чисто... Я осматриваю всех так же, вот из себя осматриваю. Чарки нету, значит, так же ГП. Это уже без обид. Я на прошлую тоже ГП получил. Молодец. Ланч. У вас должны быть 100% алкашные и как у алкашные камни, алкашные чарки. 100% должны быть. Так. У тебя ботинки Бокрус. Это не алкашные, это даже, наверное, блин, классика это... еще. Говно, не чарк. Дай чернокнижник еще раз в шкаф. Так, рок должен зайти, а рок еще надо смотреть. Шедо, ты чё, издеваешься или чё? Плечи 7 ко всем видам сопротивления. Башка от рыцарей черного клинка не нафармлена репа. Чем вы занимаетесь, ДРТ? Я вот этого не пойму. Ну так если голду фармишь, это все можно купить. На плечи-то чарку точно. Я шиздею. Ну вы уж извиняйте, не шедер, такие... Ну отъебись, тоже не получится проскочить. И на ноги чарка не такая. Тоже да, можно я вижу. Инси, кстати, красиво снижение. Я поставил.
А есть у кого абсолютную пыль? Есть. Вреди. Дай вреди, пожалуйста, абсолютную пыль стак. Так, сейчас, секунду. Да, вот кинул обмен. Давай обмен. Еще раз. Я вижу, клинит. Света. Сейчас мы это прочарим. Ну что там у меня? Лечь. У меня нету чарки на плечи. Ну, Влад, ты можешь пофармить репу до босса, потом быстро перезайти. Спалили. Да чё, я бы ему сейчас нафигарил, ты его ДК, смотри. Репу бьёт. Так, в четвертый нормально. Так, пятая группа. Так, и рук остался. Посмотри, Тёма, Войда еще. Чарил угу, там. Сейчас. С аукциона просто долго приходило, там продавалось долго, денег не было. Так, Войд. На первый раз, думаю, простишь. Все, вижу. Ну, как вы с нами в первый раз, тебе сниму. Ну, я точечно сниму. И через этот... Ставь, пожалуйста, этот шкафчик. Шкафчик. 247. Я через заметки сменил. Так, кого сумон плюс чат. Димка, давай в танка. Без напола, типа. Сумоните Зойла, ребят. Сейчас. Так, кого еще там сумонить надо? Угу. Тыкните. Давайте пройдем. Так, ребят, сразу говорю. Боешечки ЦЛКшные идут в ГБ. Остальное вы можете ролить. Так, сила заклинаний. Да, конечно, сделаю. Давай, пока есть время. Если, например, я РБД или танк, и я в основном как бы танчу, и мне кольцо нужно, это как разобрать? Полцены от АУК. Давай, клиент обмен.
Так. Еще кто-то будет чариться? Дуэл, тебе там что-то надо было? Дим, давай. Дим, давай. Ну, я уже все, камень. Все. Так, чек на ФК. Меня осматривал. Да. Да сейчас еще гляну. Если ноги, то чарку сейчас отменяю. Могу. А че он ДК вообще без камней бегает? Это время? До босса, он на шумена зайдет. На реп. Так, по бафам. Так, это туда, холи бейба. Так. Я прото раздам. Holy Baby MP5. Так. Безумец сказки, Шредер кулаки. Я уже снял Войт. Я через этот снял. Через заметку. Все норм. Фулл баф отдаем. Так, а что у меня? У меня обновилось. А. 20 секунд, 25 настолько. О, вот что, я забыл. ГБ кто-нибудь поставьте. Забыл рыбу взять. Угу, вижу. Я поставлю. Да, поставил. Уже поставили. В первых трех боссах вообще, мне кажется, не надо ее ставить. Не надо пожрать, вон сейчас пожрете рыбу. Снялось. Ой, это я переставил, у тебя было 287, стало 247. По заметке смотри. Оно в журнале не пишется, получается, да, когда через заметку? А, не, я через заметку брал. Я не помню команду. Как отменить? Там через чат. Нет. А через этот надо было бы отменить половину. Тем. Там получается так же самое, как ты начисляешь ГП или ЕП. Просто значение пишешь. Минус 20. А, все, понял. Лады. Так, ладно, чек еще раз на ФК. Давай посмотрим. Так. Хилы здесь, танки здесь, Дим поперли. Дали сначала поставить, ребят. Играем. А чё, Фан, пусть магнит вернул с гильды, да? А его исключили за неадекватное поведение и провокации, подстрекания. Понял, спасибо. Просто давненько не был в РТ. Так. Он просто в очередной раз начал провоцировать конфликт, я извиняюсь за фул в рейде. Все. Здесь вас не защитить.
по пауку играем. Через паука. Так, кто-то магрит точил. Кто на репу идет, наверное? Нет. Влад, у тебя что эти, червяки что ли болтаются туда-сюда, я не пойму. Не лежим, резать не будем. Встаем, побежали. Быстрее будет. Через паука. Через паука.
Я думал, ты большого поодержишь. Так, меня хоть слышно? Да. Да. Отлично. Идем через левую сторону. Второго не будем цеплять. О, второй уже цеплен, отлично. И второго убиваем. Кто лежит, встаем. Вот шейпер, мосса. В чем проблема? Да, конечно. Так, а на них таунт не пашет. Да. Вот, не восприимчивость. Так, через... А, уже по центру можно. Выбор он поставил. Клин, сделай шкаф. Давай, Влад, заходи. Мало, конечно, у нас РГД, но ладно. Как же пойдет. Давай, релгайся, пока время есть. Тыкаем, тыкаем, тыкаем. Фул баф отдали. Все, он придет. Начнем. На готовность. Роми, кушай рыбу. Бегу, бегу. По бафа посмотрели, кому что не хватает. Чат все, пишем. Подойди, я ноут беру. Каску по варам дайте. Брал. Угу. Еще раз чек на готовность, давайте, ребят. Посмотрю. Все должны подтвердить. Завел. Отлично, все готовы, чек на фул. Геру.
Дим, первая дашь? Да, да. Давай. Не надо говорить очевидные вещи. Не ближе. Спекни кого-то в танка, я отойду на минут 2-3. Макс, спекнись в танк. Кухо загорается на ПВП. Там посмотрим. Я никого не слышу, меня слышу? Слышно, слышно. Дан-дан-дан-дан-дан-дан. Давайте идем далее. Ребята. Слышно, слышно. Привет, тебя слышно. Если ты кого-то не слышишь, соответственно, перезайди в Дискорд. Так, Макс спекнулся? Ага, вижу. Постой слева. Так. Ехал, иди сюда. Медвоек зайди. Череп тени, по черепу играет только РДД. Отходи. По черепу играет РДД. Милишники пойдут сейчас без метки, приведут вам. Близко не подходи, Макс. Отводи просто. Посмотрите на свои руки. Задумайтесь над нелепостью их строения. Так, милишники вправо ушли. Отъехал к тени. Отошли от черепа, мили. Отошли, отошли, отошли. Да-да, по черепу. Воу-воу-воу-воу, не подходим к черепу. Даже если моб сюда отошел, к черепу не подходим. Порисли. Достигнет таких высот, о которых вы не в силах даже помыслить.
По черепу играем. Лилила прохил. Сниму. По воскресшему, да, играйте по черепу. По черепу. По черепу играем. По воскресшему. Также по черепу продолжаем. Дальше череп. Макс одного снял. Дальше по времени мы не укладываемся. Мне не слышно было, да? Да я не тебе. Виталик, по времени не укладываемся, сейчас так пойдем. В следующий раз я возьму руку. По черепу РДД. По черепу РДД играют. Лишники отошли от черепа. Значит, подохните. Не подходите близко к ученику. У него рейндж большой, багнут. Меня слышно? Да, 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 да. Все, вот этого ревнителя забирай. С меня забери. Отвестника, помощника отошли от пашпу. По черепу станы раздали. Играем по черепу. Дякую. Бегу. Ты драй? Там не был ДД? Да, 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 да. Так. Сюда. Я захожу. Так.
По боссу играю только один феррал. Первая, третья слева, вторая, четвертая справа. Отъехал. Так. Да, отъехал. Отсюда. Где сейчас звезда прыгает, моба. Тянешь на левую сторону. Дайте фулл баф рыбу, там звезда. Рыбу дал. Фулл баф даем. Ты ж не умирал, звел? Нет, вроде. Нет. Да юзай больше будет. Ну чё, чек на готовность. Не забываем. Так. Кристин, с тебя контроль. Умрет кто-то с контроля, получишь ГП. Света? Готова? А есть у кого-то флатка на ДД, пожалуйста? На РДД. Я провтыкал сюда. Свет, я так понял, Дискорд перегружает. Кто? Свет. Пока перезагружает Бринка. В туалет сгоняю. Зашла? Света? Чек на готовность. Светки проблем. Так, ладно, сделаем по-другому. Света! Во-во-во-во, ништяк, всё сделал. Чё ты сделал? С Европы сменил на Россию. Ну я теперь не смогу подключить. Воу. Так, чек на готовность. Да я буду периодически менять, если вылетишь, напишешь. Да я сам могу. Чек на готовность, ребят. Так, все готовы, мосс. Так, отчет на пол, мосс пуляй. Как вы смеете ступать в эти священные покои? Это место станет вашей могилой. Пам-а-бам. Милишники, ваш еще с лестницы один слева. Ага, бьем. Не забывайте, у вас плюс один моб. Контроль. Ложи. Мобы 5 секунд. Это будет славень. И покажи чужакам мощь.
убить нашего господина. Ты не в силах. Милишники, еще один. Контроль. Контроль. Мобы. 5 секунд. Дим, так. Блин. Ну, аккуратнее. Марш, Берни. Лилила, Берни. По левой стороне. Контроль. Снимите Деру с нее. Дали поставить. Стопнули по боссу. Дали поставить, говорю. Бьем. Деру дали. Геро просили. Есть Геро. Каску положи, положи, если можешь, пожалуйста. Спасибо. Контроль. Ну, добивайте. Контроль. Кто не законтролил? Он вроде был в контроле. Порезали. Ух ты, танк ошибся. Сань, да успокойся. Да я как хильнуть пытаюсь. А оно автоматом все равно пытается. Все портанулись? Нет. Все. Пошли, Дим. Позицию.
С ребра, кстати, 185 было. Ты не забывай про шипы. Про отбегание по лужам. Не, я просто говорю то, что это вроде же хорошо. Да, нормально. Вы нормально, Дима, слышите? Да. Да, просто тихо, нормально. Корабль. Только у тебя квест, походу. Житпаки берем, рыбу поставил, рыбу кушаем. Давайте оперативнее на корабль. 4 плюса в пушке. Тут-то не надо было рыбу. Вот шейпер, зоил, сит, кофе, роме. Дим, чё тут постоишь? Или попрыгаешь? Могу тут, могу прыгать, как скажешь. Постой тут. Окей. Я попрыгаю. Так, чек на готовность. С розочек не забываем выходить. Милишники прыгают, РДДшники бьете ближних стрелков. Завел. Да. Воспряньте, сыны и дочери Орды! Сегодня мы будем биться со смертельным врагом Лактарагар! Горкрон, взлетаем! У кого конь? Включайте. На огня ставьте. Пушки бейте по дальним оружейникам. Старайтесь. Прыгнули. На чё, по пикселям размораживаются пушки? Угу. Вот беда. Свой корабль. Прыгнули. Мага убили, убили дальних оружейников. На свой корабль. Огонь!
Прыгнули. В огне тоже не стоим, ребятки. Прыгнули. Войт, аккуратней прыгай. Угу. Чуть не словил в лицо. Ну, у него стаков мало, с одного бы не шотнуло. Дальних. Забили. На свой корабль. Прыгнули. Кто там, Зойл или Суприз бьет Мурай? Зойл. На свой корабль. Оперативней. Доливаем. Да, не вдавайся в подробности. Отлично. Колечко. А это последний, да, с кристаллами? В смысле? Ну, квест. Осколки. Да, последний. Так, а почему? Погоди, я что, ДС не забрал? Не забрал. Забирал. Ты его этому... Один же штанах. Второй кто-то ДС брал? Ты Макс отдал, следи. Да, следи Макс отдал. Случайно. Ладно, закинешь. Так. Дальше. Хилы выстроились по этой траектории. По ближней. РДДшники по дальней. Рыбу ставить не буду, фулл ребаф. Далее, рыба должна быть у всех. Дим, начнешь первый. Так, 3ДКшник, отлично. Чек на готовность. Ну на, личная для тебя рыба. А можно Джефса есть? Дживс, 2 минуты, когда Зойл поставил. Ой, там, возле портала, возле звезды поставлю. Спасибо.
чинились, там реги закупили. Шейпер, что это за хлисты поставил? Чего? Да говорю, шейпер и блин. Чек на готовность. Все, 27 серебра в кармане. Четко. Лео. Все готовы, завожу. Выдвигайтесь. Герои, будьте начеку. Только что... Не соединись ко мне, отец. Сравните таймер, правильно? Нет. А, погоди. Нет. Тут неправильно. Нет. А когда начало будет? 25 секунд. Да. За 5 секунд скажите. Я здесь, чтобы забрать. 30. Ядра ярость. У тебя нет шансов. Я сильнее и могущественнее, чем ты можешь представить. Дим, отойди чутка. Че там сколько? 5, 4, 3, 2. Ну так у меня и такой же. Вот 25 и он будет. Рано, рано, ребят. Он уже 15 кидает. Он 15 запускается или 17. Ну вот, готовимся. Пропили там фласки, раку пробили. Геру. Бомбам играют все, кроме монстров. Бомбам. Отъехал, дай бомжей. Бам-бам. Бокрус, давай бомжей. Ну ДК еще есть у кого-то бомжей, нет? Ехал, у тебя еще бомба есть? Отлично. Дим, давай бомжи. Бам-бам. Рано забрал, Дим, забери. Отъехал, давай, бомжей. Угу, понял. Бам-бам.
сколько общий. По жопе сейчас кому-то надаю, кто будет лутать вперед рейла. Общий 196 пока что. Мы воли нет. Хороним тебя, как подобает, в награде, рядом с матерью и предками. Дома Боб было 210. Хо, везет сегодня тебе там? Пока что 3. Какой бы жестокой ни была битва, откроет кто-то там? Да, да. Открыл, потуемся, идем на чумку. Может сразу Вальку заберем? В смысле? Валик-то убьем? Да потом. Одни воры. Давайте портуемся быстрее. У меня нет цели. Отъехал, Маша клинит. ТПшитесь. Да я не думаю, что они дроп повысили со сколки. Сейчас посмотрим. Ну это 3. Квота выполнена за сегодня. Если будет 4, это будет радость. ТПшить. Не, погоди. Что они там в К говорили? Ладно, погнали. Агри пока. Записать. Там один убежал на Машу. Иди сюда. Хилы прохиливаем. Алло, прием. Угу, безумец, молодец. Это могут все рулить.
Так, где там? Правая идет. Дим, правая, правая. Под жопу босса не забываем вставать. Под жопу мобов не забываем вставать. Дим, забери плейс. Че, опять забагали мобов? Да, прелесть. Починили корабли, сломали прелесть. Как обычно у них это бывает. Как честнее, да? Так, мобов не появляется, не заметил? Ты же давно вроде уж. Нет. На прошлой неделе это появлялись. Ну, рандомно появляется, не появляется. Там когда как? Ленточки нет. Куда, куда, Роме, обратно. Дим, цепляй. Давай ловушку. Пар жопу не забываем. Чтобы скилить было удобнее. Дима, дашь первую. Давай. Ну, прохил рейда, алё. Да, а как ты не прохилился сам, ШПшник? Тут зала ресните пока тут стоим, Роме, назад сейчас ловушку активируем. Дим, забери. Столько душ на базу. Я, кстати, прошлую шею купил там, где ну, да. Деньги закинуть. Наше молоко в обмен, давай мне. Есть? В звезде обмен кидай. Угу. Налево идем на пухло. Так, воу-воу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. РДДшников не помню, 10 должно быть. Хе, вы сейчас будете потеть. Так. Восемь минимум. Угу,
Да я не помню, тут по-разному. Ты про губительный газ?